Всех приветствую, комьюнити PlayStation. У нас имеется беспрецедентная возможность в виде очередной халявы, где можно получить доступ к библиотеке Electronic Arts под названием EA Play всего лишь за 89 рублей или же 34 гривны. Для того, чтобы воспользоваться предложением, нам необходимо в цифровом магазине PlayStation Store на PS4 или же PS5 найти отдельное окно с акционным предложением. Для этого переходим в поисковик и в нем вводим скидка на 1 месяц EA Play. Как мы видим, сейчас данный поисковой запрос находится в топе, поэтому просто переходим вправо и на втором месте находим необходимое нам окно. Оформляем покупку и после чего, собственно, получаем доступ к полной библиотеке игр EA Play для консоли PlayStation. Касательно сроков, то данное акционное предложение активно до конца сентября месяца, поэтому я бы вам рекомендовал поспешить и долго с этим не затягивать. По играм на выбор нам предлагается библиотека из 44 игр, и если объективно так рассмотреть ее и откинуть, например, старые спортсимуляторы, Apex Legends, который по непонятным причинам туда попал, то остается до двух десятков позиций, которые стоят внимания. Момент, на котором я бы хотел сакцентировать внимание, приложение, которое работает для консоли PlayStation 4 под названием EA Play Hub, и попрошу вас не путать с другим хабом, в общем, на консоли PlayStation 4 не совсем корректно работает, и поэтому после того, как вы оформили подписку, вам придется игры, которые в нее входят, искать в цифровом магазине PlayStation Store вручную, после чего ставить их на загрузку и далее наслаждаться геймплеем. Весь спектр игр, которые входят в подписку, представлены сейчас на ваших экранах, и для того, чтобы ознакомиться с полным перечнем, я для вас оставлю ссылку в описании, переходим и ознакомливаемся. Дорогие зрители, с вами был канал Games Mafia, если вам ролик понравился, то обязательно поддержите его лайком, поделитесь с ним другом и обязательно еще услышимся. Всем пока!